Всем привет, ребята, с вами снова я, Лиза Шубина, и сегодня я буду показывать мои такие два летних платьишка, как короче, помогите мне выбрать платье на день рождения сестры. Я сейчас их примерю, вам покажу, расскажу про них. Вы, кстати, их, по-моему, уже видели. Итак, вот эти два платьишка. Первое платьишко у нас с вами. Вот такая вот беленькая, с шеем. Горошек. Шоколадное сияние. Так, ну что, давайте мы с вами все-таки примерим, что ли. И вот наше с вами первое платьишко, ребят. Вот. В принципе, миленькое, красивенькое. Вот. Либо вот это. Либо у меня есть еще вот такое вот платье. Оно фиолетовое, или моя любимая уже, честно говоря. И оно с Зафула. Давайте примерим его. Итак, вот наш обзор платья. Как открывается-то? Наш обзор платья. Напишите в комментариях, какое платье вам больше всего понравилось и какое бы мне надеть. Кстати, знаете, что я думаю, вот сейчас жара, себя, конечно же, можно или нужно надеть очки. Пусть вот у меня были фиолетовые очки, но я их утопила, как бы. Очень жаль, но ладно. Вот, можете какую-нибудь кепочку одеть, бандану или панаму. Просто я хотела, можно было бы панаму, но у меня ее нет. О, панаму, бандану. Она у меня есть, она черная. Тоже, в принципе, прикольная. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на подписочку, на колокольчик. Всех люблю. Всем пока.